Ребята, добрый день или добрый вечер, добрый временный суток. Смотрите, вон там я в Америке. Если вы не доверяете мне, не верите мне, вот смотри, там номер машины, смотри номер машины. Такого машины когда-то видели или нет? Смотрите, вон там. Люди живут такого дома. Вы мечтаете прийти сюда, в Америке. Почему? Потому что Америка есть такие вещи, которые людям нравятся, да? Почему нравится? Потому что люди сейчас нравятся большие деньги. Потому что люди любят иногда такие вещи, хорошие, крутые машины. Вот, смотри, такой красная машина Ford из Америки. Если вам нравится этот видео, тогда подпишитесь или отписитесь. Не знаю. Лайк ставьте, лайк. Вот, смотри, там хорошие такие бедные, не бедный район, такой крутый район, который люди живут. Вон там, около сюда, вон там. Тракторы стоят, тракторы это не похоже на Америку, да? Ну, все равно это Америка. Смотрите, там что-то, ну, смотри. О, такого машины стоит, ну, смотри. Там люди живут сюда, там лесы. Смотри, там есть такого вещь в Америке. Там почта, специальная почта для людей, которые принимают почты. Почему приезжают сюда Америки люди? Потому что на нравится, да? Потому что, да? Например, вот смотри, Вашингтон. Соединенные Штаты Америки. In English language, the United States of America. The closure. 9 миллион. Часто развитая страна. Там такие машины. Мы можем пойти туда, можно. Да, смотри. Вон же. На дороге. Там пшеница. Пшеница. Они дуют. Вот смотри. Пшеницу. Такого сельского хозяйства в Америке часто встречается. Людям любят фермерские хозяйства. И потом они занимаются, потому что их понадобятся деньги. Да? Вот смотри, там есть такого дома. Я сейчас покажу вам, да? Смотрите. Там есть флаг. Флаг из Америки. Он. Смотрите. Дома. Один из дом. О, смотрите. О, интересный. Почему люди приезжают сюда? О, смотрите, пшеница. Фермерские хозяйства.
Потому что людям понадобятся деньги. Вот смотри, там пшеницу. Один из криминальных районов я нахожусь, да? Вот смотри, машина приезжает. Сейчас. Такой криминальный район. Они часто хотят остановиться сюда, да? Вот смотри. О, машина приезжает, посмотри. О, сейчас.